Добрый день, уважаемые рыбоводы! С вами снова Владимир Серый и Василий Краснобородько. А теперь мы с вами отправимся в Белоруссию, в город Могилев. В 2009 году наш заказчик по нашему проекту решил построить полностью автоматическую УЗВ для выращивания рыбы производительностью 10 тонн в год. В его собственности находился полностью заброшенный подвал промышленного здания. Давайте посмотрим, как происходило строительство и что из этого получилось. Белоруссия очень интересная, быстро развивающаяся страна. Особенно нам нравятся живущие там люди. Они гостеприимны, отзывчивы и проявляют живой интерес ко всему новому. В частности, к нам обращаются различные фирмы, которые заинтересованы в выращивании продуктов аквакультуры. Нам показали заброшенный подвал в центре города Могилев. После осмотра помещения мы решили взяться за строительство в нем УЗВ на 10 тонн рыбы в год. Было темно, поэтому картинка смазана. Что-то здесь было, но теперь этого нет. Здесь у нас будет сауна. 12 февраля 2009 года. Завоз рыбоводного оборудования и его установка по месту в помещении. Вы подвал узнали? Работа идет полным ходом. Сварка пластиковых листов из полипропилена. Сварка экструдером. Сделали окна, поставили бассейны. Вдали окна для рыбоводов. Сделали подставки под бассейны высотой 500 мм. Постарались максимально задействовать имеющиеся площади. Приехало рыбоводное оборудование из Европы. Установка механического фильтра. Примерка узлов оборудования. Насосы из нержавейки. Занос генератора кислорода. Установка системы озонирования воды. Каждому бассейну по большой автоматической кормушке. На палете пришел генератор кислорода из здания. У нас очень большая скидка на генераторы кислорода от завода-производителя. Вместо датского компрессора мы задействовали компрессор белорусской фирмы «Ремеза». Этот компрессор неплохо себя показал. Работа по монтажу идет полным ходом. Генератор озона из Швейцарии. Система подачи воды в бассейны, чтобы равномерно распределить воду и по вертикали, и по горизонтали. Рядом задвижка Butterfly. Один бассейн смонтирован и проверен на герметичность. Бассейны диаметром 5 метров, высота борта 1,20 м. 4 круглых бассейна и один прямоугольный бассейн. Монтаж системы насыщения воды кислородом. В УЗВ нельзя использовать дешевые генераторы кислорода, а то возникает риск получить газопузырьковую болезнь через год, так как частота кислорода у таких генераторов падает со временем. Рыбоводство не терпит нищенского подхода к выбору рыбоводного оборудования, так как все оборудование работает 24 часа в сутки, 365 дней в году. Выход из строя узлов может привести к гибели рыбы уже через 40 минут. Надо использовать только надежное, серийно изготавливаемое рыбоводное оборудование. Включаем циркуляцию воды в системе. Проверяем гидравлику. Вода начинает крутиться в бассейне. Пока рыбы нет. Устраняем выявленные недочеты в монтаже. Тем временем строители заканчивают офисную часть. Установка дверей. Вид на подвал с улицы. Санузел, вход на ферму, окно для рыбовода для наблюдения за работой из операторской. Если на рыбной ферме нет бани, то это не настоящая рыбная ферма. После рабочего дня надо с друзьями посидеть в бане и обсудить успехи и неудачи. Ремонт коридора. Завозим пластик для орошаемого биофильтра. Площадь поверхности 240 квадратных метров на куб. За стеной рыбной фермы располагается заброшенное хранилище вина.
Одну из бетонных бочек мы превращаем в орошаемый биофильтр. В крышке бочки в бетоне вырезаем квадратное отверстие для системы распределения воды. Для такого крупного биофильтра мы решили сделать устройство, которое называется Сигнерово колесо. Оно равномерно распределяет воду по площади орошаемого биофильтра. На подшипнике скольжения устанавливается приемная емкость для очищаемой воды, от которой четырьмя лучами отходят трубы с перфорацией. Подаем воду на биофильтр. В апреле состоялось первое зарыбление форелью рыбной фермы. Навеска форели была 150-180 грамм. 31 июля уже 850-950 грамм. 18 июня 2009 года состоялось второе зарыбление рыбной установки мальком форели весом до 1 грамма. Осетром зарыбим сейчас. Все узлы УЗВ работают в норме. Рыба быстро растет. Зарыбили установку мальком форели навеской 1 грамм. В каждом бассейне понемногу живет форели. Форель быстро растет в нашей УЗВ. Приятно жить в чистой водичке. Зарыбили разными видами осетровых. 3-6 марта 2010 года. Мы приехали на монтаж системы автоматики. Проработав полгода, наши партнеры приняли решение все-таки поставить автоматику на свою УЗВ. Очень порадовала работа нашего рыбоводного оборудования. Сейчас на рыбной ферме в Беларуси выращивается в одном бассейне форель и в четырех бассейнах осетровые виды рыб. Мы сделали несколько фотографий и видеозарисовок. Идет бойкая торговля живой рыбой. Еще один вид на рыбную ферму. Четыре главных бассейна диаметром 5 метров. В бассейнах выращиваются осетровые рыбы. На стенках рыбоводных бассейнов установлена сетка против выпрыгивания рыбы. Плотность посадки осетров пока маленькая, но они растут. Кормление осетровых бассейнов. Кормушка дозированными порциями сбрасывает корм рыбам. Форель тоже подросла. Кормление форели вручную. Загрузка программы в контроллер Siemens. На просвете в бассейне видна рыба. Осетры быстро растут в нашей УЗВ. Наше видео подошло к концу. До новых встреч, друзья!